если попадаете вот в зеленый кружочек? 50. 25. В красный? 50. Состязаться в меткости предстоит ребятам, отдыхающим в городских лагерях. Они принимают участие в летней спартакиаде. За победу в соревнованиях по дартсу борются дети из лагерей при школах номер 221, 222, 225 и 226. В каждой команде по 8 человек. Одинаково хорошо стреляют и мальчики, и девочки. У них 5 серий по 3 дротика. Казалось бы, задача простая – бери дротик и метай в мишень. Но и здесь есть свои тонкости. Многое зависит от техники, правильного усилия, постановки руки. Я кидаю как ручку. Как ручку беру, вот так и кидаю. Берешь практически за конечек и кидаешь. И целишься просто. Но даже это не гарантирует стопроцентного попадания. На соревнованиях всегда есть место и удачам, и промахам. Однако в основном участники спартакиады своими результатами остались довольны. Я вот, мне кажется, что много раз удваивал и один раз утроил. А я раз где-то два утроил. Нет, я ближе к краю. Турнир по дартсу – это последний, четвертый этап спартакиады для детей, отдыхающих во второй смене. Ребята уже выступили на соревнованиях по скиппингу и легкой атлетике, а также справились с комбинированными эстафетами. По итогам каждого этапа определяют лучших. У нас всегда хорошо выступает 221 школа. Очень ответственно подходит к подготовке команды, к подбору команды и занимает всегда хорошие места. Так было и в этот раз. Команда лагеря при школе номер 221 заняла первое место. На втором – ребята из 222 школы. Бронза досталась сборной школы номер 226. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».